В республике начинается ямочный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Об этом говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Из-за резкого таяния снега идет разрушение асфальтового покрытия. Ямы и выбоины разного размера и глубины встречаются на отдельных участках дорог. Бороться с этим надо своевременно, чтобы автомобилисты не портили машины. Под особым контролем в Чебоксарах находится Лапсарский проезд. По ликвидации ямочности на сегодняшний день ликвидировано более 300 квадратных метров. Ведутся работы по удалению снега с обочин и откосов, свода сборных пунктов лотков на подходах к мостам, по очистке водоотводных каналов, отверстий водопропускных труб от снега и наледи. С 22 марта по 20 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения республики вводятся временные ограничения движения большегрузного транспорта. Очевидно, что именно он разбивает покрытие. Это необходимая сезонная мера, которая помогает сохранить качество магистралей в период неблагоприятных природно-климатических условий. Посмотреть на вопрос организации движения, прежде всего, грузового автотранспорта. По опыту тех городов, которые находятся в передовиках по этому вопросу, на предмет ограничений не только в весенний период, а в целом организации движения грузового автотранспорта весь период, значит, жизненного цикла и круглый год. Вводимые ограничения не распространяются на международные перевозки грузов и пассажирские маршруты. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.